Давай дальше. Везёшь же 35-й год. Могло быть и хуже, да? Отскребали бы у вас сейчас поезда. Да ему повезло, вот и все. Серджо Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем у братца. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Дадим шанс тому, кто грохнул Гилотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Серджо разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. Серджо приносит Мореллу кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелла лишится большей частью дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бум! Сделай это, Томми. За всех, кого убил Морелло. И за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло. Блять, а как же вот эту коллекционку ебаную взять, блять? А, теперь открывается, смотри, дверь эта. Понято. Еще коллекционку заберем. Прочесть. Фотография с семьей. Так, а тут у нас есть еще? Том, ты еще здесь? Этот Кафон и сам себя не застрелит. Ему надо помочь. Поверить не могу, что он спасся из-за того поезда. Я теряю хватку. Да. Огорчили меня ребятишки. Сюда прийти. Когда-то я был в его банде. Где охуенная тачка? Если он проснется и решит напасть, он нападет. Не, не нападет. У него есть яйца. Этого не отнять. У меня быстрая тачка, хорошая. Отправляйтесь к дому Серджо. Хуйня вопрос. Так, где он? Далеко он живет у нас? Ебать, нихуя себе.
Эта тачка у нас быстро мчит, заебло. Два как я. Ебать, пролагивает, уже надо комп перезапускать. По оперативке бьет уже игра. Да. Ебаная тарантайга, блять. Хотя не особо, в принципе, заебись, что тащит. Ментов нету там? Спереди. Ну, конечно, найдется долбоеб, который, блядь, мне поможет ебаться, чтобы я ебался. Ну все, почти доехали. Где у машина? Ага, это точно тачка Серджа. Как бы к ней подобраться? Уже несколько дней. Это все равно, когда ты кончишься. Со мной, как с каким-то в смысле? Как? Кто меня увидел? Бабка на вроде шла, не оглядывалась. Какая сука меня запалила. Это точно тачка Серджа. Как бы к ней подобраться? И чё? Ух, Александр. Ну? Да, буду дома к ужину. Может, в выходные потанцуем? А дочка пусть с дедушкой посидит. Да, я ещё тут. Блядь, нихуя не повезло, блядь. Жена, что ли, его была? Ну, теперь он, блядь, за обувь. Винни. Все, все очень плохо. Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержа испарилась. Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджи. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Нормально, бля. Побоё, блядь, машину садись, блядь.
Да хуй с ним, что, блядь, переживать не ему. Не повезло бабе, не ее день. Не хуй, блядь, заводить сразу. Переживает, ёпт. Далеко, нихуя не далеко. Том, ты как? Ну, это бомба, все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Что за херня? У нас послание от мистера Сальери. Нет! Пошлите клоунов! Опять Томми, блядь, вмешался, сука, блядь. Бабу не захотел убивать, ёп. Куда ты? Поехали отсюда! По колесам, блядь, стреляйте, долбоебы, блядь. Ёбаные придурки, блядь. Завали его, Томми! Скорей! Бегом назад к машине! Нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! Моцик, это хорошая вещь. Блять, везучий, сука. Это можно было успеть догнать его, я не понимаю, что надо. Там, блядь, не серьезно было, ёб. Только я выбежал, нужно же до машины далеко было, только забор, блядь, перелез. Ну, даже не дошел до забора. Бля, по-моему, в оригинале не было такой миссии, чтобы на мотоцикле за ним ехать. Или я не помню. Достаньте его! А. Где мои, блядь, пацаны? Долго буду за ними ехать, блядь. Да хуй, даже не могу вытащить оружие, блядь, мотоцикла. Ну, ёбаный. Куда он едет хоть, блядь? Надо едет к своим ребятам. Еду я, ёпта, что я творю. Блядь, долго, может у него бензин кончится, а может у меня быстрее будет. Во второй мафии, блядь, бензин заканчивался в машинах, я что-то удивился, блядь. Где мои пацаны-то, в натуре? Я бы на нас пьем!
Да я по дороге еду, блядь. Ну, сучий, блядь, пес. Куда мы хоть едем? По-любому, это ловушка. Во, все, доехал. Что творите, придурки? Убейте говнюка! Ну. Мне нужен здесь каждый боец. А ну, живо! А. Кто тебя стреляет? Готовьте винтовки! Отстрелите его! Возьмите его на прицел и снесите его в правую голову! Конечно. Минус. Так, а для чего у нас? Ну, открой, блядь. А, тут аптечка. Ну, бери, ёпт, ведь аптечку, блядь. Уж ебать, мало. Хоп. Бля, где он? А, вон он. Улетел, братик. Вам не нужна поддержка, вам нужен я. А подожди, брат, я перезаряжаюсь. Давай. Готов. Шо, с Томпсона нема, да? Ух ты, блядь, тут целый арсенал. Моё. Так, идем дальше. Я его вижу. Убить он его. У меня на прицеле. Я его нашел. Надо верхнего убить. Блять, вообще не в курсе, на кого вы наехали, дурики, блядь. Сейчас ты умрешь, усек, отхожу в укрытие. Три полна. Блядь, живучий, сука. Блядь, нехар, тебе-то чё тут надо, блядь? Блядь. Ах ты, сука, блядь. Давай.
готов. Хорошо, заебись даже. Пошел нахуй. Че, блядь, ни у кого томпсонских патронов нету? Не верю нахуй. А, вот этого есть. Чего-то не берет. А аптечка есть? За что я вам плачу? Он сейчас все доки разворотит. Бля, патроны. Минус. В вагоне нет ничего, да? Аптечка есть. Да, блядь, подождите на. Ой, тут даже две аптечки. А где первая? А вот. Тихо, брат. Куда делся? А, Томпсон есть, блядь. Ты, сука, нихуя ты, блядь. Охуевший просто. А, тут двойной выход. Вот, сука, блядь, а. Покоцал. Где? А, вижу. Дабл. Так, где еще у нас? Ёпта. Теперь, блядь, левая голоса в записи, ты хуй себе. Что он делает? А, точно, он дверь пробьет, ёпта. Я ж помню в оригинале. Там только посложнее читок было это. Делай. Сука, это что за херня? Твою мать, это что, поиск? Гори нахуй. Собаки, блядь. Да-да-да, конечно. Где ты, сучки? Не вижу тебя. Спокойной ночи. Патрончики мои. Ебаная. Или аптечка. Чего ты хочешь? Денег? Я дам тебе денег. Нахуй мне деньги, блять. И мой брат уничтожит все, что тебе дорого. Мне этот мегафон заебал, в натуре звонит.
ты нахуй, блядь. Выигрался и хватит, сука. Что думаешь, сможешь меня завалить? Я говорил тебе, меня не убьешь. Озвучка Хойта из Far Cry 3. Какой ты везучий, говнюк. Стой, нет! Площадь достижения, когда Господь отвернулся. Глава пройдена, давай дальше.